Так редко делаете зарядку, что вы решили это на видео снять? Завтра будет крипатура. Наконец-то вы делаете зарядку с утра. В субботу, представляете? В субботу, да. Праздник. Так, за шею наклон, поворот. О! Аленка, как в садике, да? Только спишь. Так. Это просто вообще... Для того, чтобы вы не травмировали, чтобы она тоже пожаранить, тренировал тебе ударом по мячу. За 10 лет даже ни разу не видел. Победить. Запястье, две руки. Ну, отлично, достаточно. Ну, а теперь, детки, смотрим внимательно. Дети, ставьте, пожалуйста, крышку на землю. Поставьте на землю. И по моей команде, кто быстрее поднимет крышку. Раз, два, три. Я первый. Еще раз. Считай, пожалуйста. Как тебя зовут, напомню? Влад, считай. Раз. Считай. Ну, а что ты не поднимал? Проиграл, и ты теперь считай. Аленка, ты тебе... Я поставлю. Владик, давай. Два, три. Хорошо, боевая ничья. Отлично. Разминку мы сделали, а теперь кто первый будет играть? Да. Становись сюда, пожалуйста. Напомни, как тебя зовут? Алена. И Алена будет делать свой первый удар. Значит, сначала правильно берем клюшку в руки. Ой, это длинная клюшка. Китай, ладно, пожалуйста. Левая ручка, теперь правой. Рука к руке близко. Значит, мячик должен быть по центру тела. Ножки на одной линии. Так, умничка. И делаем вместе замах, поворачивая корпус справа. И левая ручка прямая. Постоянно смотри на мячик. И ударим. Ух ты! И сама. То же самое движение сделать самостоятельно, без мяча. Можешь подходить чуть ближе. Так, пальчик вперед. Расслабься. Ручки прямые, ножки на одной линии. На одной линии ноги поставь. На одной линии. Не бей пока. Ножки шире, шире ножки. Ты должна очень крепко стоять на ногах, быть очень устойчивой. Цепись, говори, как кошка. Цепилась? Давай проверим. Не цепилась. Давай еще раз. Цепляйся, как кошка. Цепилась? Проверяем. Вот, теперь цепилась. Могу сдвинуть. Хорошо, ручки выпрями. И делай удар. Так. Выше, 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 поднимай клюшку и ударяй. Ух ты! Молодец, отличный удар, дай 5. Хорошо. Ой. Ну, что такое? Хорошо. Так, тренируйся здесь. Так, папа, давай, подбрасывай. Давай. Сюда и сюда можно становиться. Кто хочет? Владик, давай. Владик. И Владик, я сейчас клюшку маленькую. Большая. Копам на полбу не стоит. Давай, давай. Давай, третий раз и я попробую тоже. Аленка, прицеливайся. Встань вот так тяжело, чтобы вот так вот встань ножками. Вот где-то. Нет. Чтобы мой пальчик был между ножками. Еще ножки шире расставить. Вот, все. Нет, большая мама. Давай. Ух ты! Молодец, давай еще. Ты не сдвигайся, ты стой на месте. Вот. Давай. Еще. Давай. Давай. Так, еще. Давай. Ух ты, молодец. Отходи только, отходи. Мам, я правда молодец? Конечно, сейчас Владик будет молодец. Ладно. Отойди. Тренировался. Кажется, одной рукой давай.
Так ну что вы, ну начните, ну. Ну давай, давай. Давай, папа. В один раз, потом я тебе поставлю. Давай. Так, Владик, твоя клюшечка, пожалуйста. Папа, дай Алёну. Последний раз, дай. Так, ну что, берем правильно клюшку, руки подходим. Клюшка, левая ручка. И потом правая. Вот, давай еще. Немножко шире поставьте, чтобы не остается. Хорошо. Теперь спинка линия. Крепко стоим на ногах. Здесь как тигр. Расслабь ручки. Вцепился? Проверяем. Вцепился. Давай. Вцепляйся. Вцепился? Проверяем. Вцепился. Немного сдвинуть. Хорошо, выровняй спинку. Попа назад. Расслабь ручки. Расслабь. Попа назад. Так, делаем тренировочный замах. Сейчас вращаемся корпусом. Ближе подойди. Ближе подойди. Теперь вращай. Левая ручка прямая. Левой ручки опускаем. Смотрим на мячик. Теперь сам ударишь. Мало да? Ручки выбрали. Выше, выше поднимай клюшку, поворачивай тело. Еще раз. Смелей. Давай выше и опускай с ускорением клюшку. Молодец. Только чуть-чуть расслабься. Ты очень такой напряжен. Расслабься и сделай хороший такой маятник. Вверх поднял клюшку. Потом опусти. Размахнись прям, да. Хороший замах сделай. Сделай такой удар сильнее чуть-чуть. Давай сильнее, резче. Ого, папа, ну ты стрельнул. Еще раз, расслабься. Молодец! Давай, блядь. Хорошо. Отлично. Ну, и что? Хорошо. Отлично. Так, продолжаем тренироваться самостоятельно. Бери, да? Ого, папа! Крутые танчалки. Крутые танчалки. Понял? То я вижу, что ты тут притворяется, наверное, что первый раз, да? Не знаю. Вот. Тут, наверное, заядлый этот. Ну, он же... Смотри, а то у него в руках клюшка. Ну, так. Хорошо. Мама. Ну, давай смелее, бери мяч. Что ты самое? Сам ставь себе. Быстрее, бери, бери. Главное, когда ударяете, немножко больше расслабьтесь. Вот, и пытаетесь руки выпрямлять. Да, давай, зайчик, чего? Вначале, смотри, Влад, вначале возьми, вначале. Ты держишь там, не ударишь. Ты. Клюшку, вначале сам. Молодец, хорошо. Для первого раза хорошо. Ребят. Выше. Размахнись прям со всей силой туда, Влад, туда. Ничего. Наоборот, наоборот. Владик, выше клюшку поднимай. Смотри, вот ведем клюшку сюда. Хорошо? Отсюда опускаем с ускорением. Медленно подняли и быстренько опустили. Ух ты! Молодец, вообще красавчик! Первый раз упал по руке. Молодец. Еще продолжаем. Да. Может? Вообще красавчик. А дашь еще нам тоже? Олег, не хочешь попробовать? Нет, дай Ире, если хочешь попробовать. О, дайте Олегу, он очень хочет. Я не есть. Сейчас сладишь, дальше. Дайте я тогда попробую. Ну, хочешь мне?
возьмись за клюшку выше, и ручка ты низко держишь. Ух ты! Отойди ты. Ты видела, я попал это в отметку 50. Ты что? Опа! Красава! О, великий! Прям в эту желтую? Да. Ничего себе. А вон валяется ничего, клюшка чья? Хорошо, давай вот что-то выбросим. Сейчас кинешь и дальше решки еще попробуем. Ладно? Андрей.